В Севастополе в карантинной бухте разлилась нефть. Сейчас на этом месте работает техника. Однако, что это за авария и где именно она произошла, пока неизвестно. Местные жители отмечают, именно здесь выходит коллекторная труба, из которой ночью в море сбрасывается непонятная разноцветная жидкость с химическим резким запахом. Увидел пятно, спустился вниз, птицы все в мазуте, в солярке. Специалисты Института морских биологических исследований имени Ковалевского говорят, нефтепродукты – одни из самых опасных химических веществ. И в малых концентрациях они оказывают губительное воздействие на все виды гидробионики. По нефтепродуктам установлена определенная допустимая концентрация для рыбохозяйственных водоемов 0,05 миллиграмма на литр воды. Эта концентрация, вы ее, естественно, не видите абсолютно. Но уже при концентрации в два раза больше рыба, которая обитает в этом районе, приобретает неприятный нефтяной запах, что мы можем иногда почувствовать, если пробуем кефаль, выловленный в загрязненных районах. Судя по тому, что вот мы видели на кадрах, явно выраженные нефтяные, ну, такой, похожие на нефтяные блики, эта концентрация в несколько раз превышающая предельно допустимую. Нефтепродукты губительно действуют на планктон – основной продукт питания морских обитателей. Компоненты нефти очень ядовиты, их присутствие приводит к гибели рыб. Кроме того, страдает водоплавающая птица. Животные, которые попали в загрязненную среду, скорее всего, умрут, если им не окажут квалифицированную помощь, отмечают специалисты. При сильном поражении нефтяными веществами, нефтепродуктами, птица может и погибнуть, потому что в данном случае нефтепродукты действуют как растворители, смывают жировую пленку с перьев водоплавающих птиц, из-за чего вода имеет соприкосновение с телом птицы, и в данном случае в такой погоде она просто может замерзнуть. Собрать нефтепродукты на небольшой глубине карантинной бухты очень сложно. Соответственно, нефть и в дальнейшем может распространиться в открытое море в акваторию Севастопольской бухты, говорят сотрудники института и констатируют, собирать химическую жидкость никто даже не пытается.